Гитариста группы Korn прооперировали в Екатеринбурге. Об этом Брайан Уэлч написал в Твиттере. Операция прошла успешно, и на этом все должно закончиться, уверен музыкант. Напомним, плохо американцу стало еще в Красноярске, где группа выступала с гастролями. С диагнозом камни в почках его госпитализировали. Впрочем, потом Уэлч отправился на Урал, где его положили в медцентр УГМК. Накануне концерт прошел без участия гитариста, его заменил Гарри Баррес III. Возобновить концертную деятельность Брайан Уэлч сможет уже 24 мая в Нижнем Новгороде, сообщают организаторы тура.